Всем привет! Вы на канале Ната Лайф, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Друзья, сегодня я хочу предложить вам самый простой, самый быстрый рецепт приготовления кабачков. При этом они получаются безумно вкусные, я уверена, вам понравится. Итак, приступаем. Погнали! Итак, нам понадобится всего лишь кабачки, любое количество, какое вам будет угодно, одно яйцо и немного муки, в которой мы будем их потом обваливать. Яйцо одно, можно два. Это зависит от количества кабачков. Итак, для начала мы наши кабачки промыли. Я от шкурки их не очищаю. Просто хорошенечко промываю. И нарежем их кольцами. Итак, наши кабачки нарезаны. Сейчас мы их хорошенечко подсаливаем. Перемешиваем и оставляем минут на 20, чтобы они выпустили лишнюю влагу, лишнюю воду. Ну что ж, друзья, наши кабачки постояли, выпустили лишнюю воду. Теперь мы собьем наше яйцо. Я, пожалуй, возьму две штуки, так как кабачков у меня получилось много. И одного будет недостаточно. Итак, взбиваем наши яйца. Муку насыпаем на небольшую тарелку. Ставим на газ сковородку, наливаем растительное масло и хорошенечко его разогреваем. Ну а дальше все просто. Берем наш кабачок, окунаем его сначала в яйцо. Затем в муку. Хорошенечко обваливаем и выкладываем на сковородку. И у нас получатся кабачковые такие оладьи или кабачки в кляре, можно и так назвать. Делается все очень быстро, просто, а получается безумно вкусно. Сверху можно добавить какой-нибудь специи, можно со сметанкой. Можно и лучком посыпать. В общем, на ваше усмотрение. Очень вкусное блюдо. Ну что, друзья, у нас получилась целая гора вкуснейших кабачков. Так что можете не заморачиваться. Тереть кабачок на терке и делать из них драники. Так тоже получаются очень вкусные такие вот оладьи. Всем приятного аппетита! А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Thank you.